Привет, друзья! Совсем скоро откроется Vasari Fest, единственный в стране фестиваль текстов об искусстве. Тема этого года – тексты художников. С 20 по 22 сентября в режиме нон-стоп пройдут лекции, круглые столы, дискуссии с ведущими искусствоведами, арт-критиками, художниками, писателями России. Три дня в правом крыле Арсенала. Отличная образовательная семейно-детская программа. В левом крыле – концерты, читки, специальные вечерние события. Да, и большая книжная ярмарка. Следите за анонсами в соцсетях, а также на сайте vasarifest.ru.